Здравствуйте, меня зовут Сожонг Вон, я приехал из Кореи. Сегодня я прочитаю стихотворение Лермонтова. Стихотворение называется «Юнкерская молитва». Юнкерская молитва. Царю небесный, спаси меня от крутки тесной, как от огня. От маршировки меня избавь, в паразировки меня не ставь. Пускай в манеже Алехин глаз как можно реже тревожит нас. Еще моление прошу принять в то воскресенье. Дай разрешение мне опоздать. Я, царь Всевышний, хорош уже тем, что прочь вы решений не надоем.